8 декабря состоялось очередное оперативное совещание, на котором рассмотрена деловая и оперативная обстановка в районе, поставлены задачи на перспективу. В ходе совещания Олег Хромов дал положительную оценку проведенного на прошлой неделе семинара встречи с населением по вопросам земельно-имущественных отношений и поручил районным службам взять на проработку все 74 поступивших вопроса. Следующая встреча с жителями планируется на 22 января. Тема предварительно определена как «Дороги, социальная инфраструктура». Седьмого декабря, в день престольного праздника в честь святой великомученицы Екатерины, митрополит Ювеналий совершил божественную литургию в Екатерининском мужском монастыре. По окончании богослужения преосвященнейший митрополит поздравил всех участников торжества со светлым праздником, а именинниц – с Днем Ангела, и вручил высокие награды тем, кто жертвенно трудился, возрождая Екатерининскую обитель. Восьмого декабря в кинотеатре «Искра» прошло районное мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов. В фойе кинотеатра была организована выставка творческих работ, изготовленных руками людей с ограниченными возможностями, и проведен мастер-класс по организации досуга. За оказание благотворительной помощи Ленинской районной организации инвалидов нескольким предприятиям муниципалитета были вручены благодарственные письма главы Ленинского района. В Центральной библиотеке прошла вечер-встреча, посвященная годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Все собравшиеся в этот день смогли услышать песни в исполнении известного видновского барда Геннадия Чеснокова. Огромный интерес вызвало выступление поисковика Олега Григорьева. Занимаясь раскопками на полях бывших сражений, Олег и его товарищи поднимают останки погибших бойцов, устанавливают их имена. Олег представил экспонаты своей коллекции, гильзы, погнутые ложки и фляги.